Приветствую, любители хоккея. Сегодня разберем новые карточки, которые вышли на этой неделе. Это карточки NHL All Star Games. Сейчас близится матч всех звезд. И поэтому вышли базовые карточки. И после матча всех звезд будет еще их апгрейды. Два показателя у игрока вырастет до 99. Если он выиграет соревнования, там у нас есть соревнования на скорость, помните, на точность, буллит и лучший вратарь. Вот кто эти соревнования? Это индивидуальный skills competition. Соревнования индивидуальные. На мастерство, умение делать что-то, там быстрее всех бегать, как МакДэвид раньше все время выигрывал, но там Барзал еще в промежутке выиграл. Так, дальше. Карточка получит плюс один к показателю за каждый гол, забитый в матче всех звезд. Дальше карточка получит плюс 4 к показателю, если команда вышла в финал. Это только для вратарей, да, написано. Плюс 4 к показателю для каждого вратаря, кто в финале сыграл. Самый ценный игрок матча получит сразу улучшение до 95. И все игроки той команды, которая выиграет матчи всех звезд, там 4 команды, я напомню, играют, и между собой сначала 2, потом победитель с победителем, будет один финалист у нас, ну один общий победитель. Так вот эта команда, все игроки из этой команды получат дополнительный слот для синергии. Дальше, где брать игроков? У нас в наборах есть сразу папки, где можно поменять. Здесь, видите, 25 коллекционных предметов. И получить себе игрока с обложки. Там у нас МакКиннон, МакДэвид, Мэтьюс, Овечкин. 25 коллекционных предметов нужно собрать. Да, и это, видите, 9 дней осталось действовать, эта акция будет. Можно собрать 86-го. 86-го игрока, это 5 коллекционных предметов нужно. Ну и набор, в котором мне обычно ничего не выпадает. Две коллекционки, но я на это не трачу обычно время. Так, дальше. Есть вот из этой коллекции игроки, которые нам показаны на обложке, которые можно улучшать будет. Бойл, Хейдук. Давайте коллекцию откроем их сразу, чтобы понятно было. Вот. Их можно улучшать самостоятельно. Это у нас открыт сейчас Дэн Бойл, правый защитник. Можно будет до 95 улучшать. Посмотрим, сколько нам нужно будет. Так, с 86 до 87 5 коллекционных. До 88 еще 5. Итого 10. До 89 6, 16. Считаем, сколько нам в сумме до максимума. Плюс 13. Это в сумме 29. Еще 15. В сумме уже 44. Еще 22. 66 коллекционных, чтобы улучшить игрока с 86 уровня до 95. Это очень много, тяжело это сделать будет, набрать столько коллекционных для полного улучшения. Дальше второй игрок Даниэль Брер. Тоже ветеран, уже 43 года.
такие показатели его будут на уровне 95. Дальше Милан Хайдук, всем знаком, часто сборная России играла с Чехией, где Хайдук участвовал. Вот показатели на 95 уровне. Сейчас ему 45 лет, Хайдуку. Правый нападающий снайпер. Так, кто у нас еще? Оли Йокинин. Пекарина. Пекарина я попробовал бы собрать. Думаю, что неплохо будет смотреться. Но опять же 66 коллекционок нужно, чтобы до максимума его прокачать. Гарри Шутер. 57 лет. Точно ветеран. Левый защитник, 93 килограмма веса. Ну, такие средние показатели на уровне 95. Не особо. Так, всех, да, мы сейчас текущих. Вот мы всех текущих игроков и разобрали, да. Но чтобы мастерского игрока получить, нужно 25 коллекционок, которые получат улучшение. Как я вам читал в начале, после матча всех звезд. Вот на него нужно 25 коллекционок. Вот они будут особую ценность нести. И... Так, ну здесь мы можем, да, коллекционки поменять. Посмотрел, просто зашел, что в этой папке. Четыре игрока с разной конференции, каждый стоит 25 коллекционок. Давайте тогда их собирать, посмотрим, кто там выиграет матч всех звезд, и кто у нас самым ценным игроком будет и как карточки вырастут. Спасибо за просмотр, ребят, пока-пока.